очень много, мы будем позже об этом говорить, очень много мест Писания, где Божий народ, Божьи люди очень активно, эмоционально славят Бога. И в этом нет ничего не страшного. И Бог говорит, что есть первая заповедь, да, что возлюби Бога всем сердцем своим, всей душой своей, всем телом твоим. То есть все, все должно быть включено, когда мы любим Бога и отдаем Ему честь и славу. И мы начнем с местописания. Псалом 19. Псалом 19. Что Господь спасает помазанника своего. Я. Опять с первой песни и начинать. Да, давайте начинать с первой. Да. Теперь я знаю, Господь спасает своего помазанника, отвечает ему со святых небес своих, спасающий силы своей правой руки. Кто хвалится колесницами, а кто конями? Мы же хвалимся именем Господа нашего Бога. Они ослабели и падают, а мы поднимаемся и стоим твердо. Господи, даруй царю победу. Мне очень нравится стих 8. Кто хвалится колесницами, а кто конями? Мы же хвалимся именем Господа нашего Бога. Вы знаете, что люди сейчас живут так, они рассчитывают на силу своих рук, на силу своих умений, своего опыта, своей работы, своих отношений, своей семьи, своих денег. Но без Бога это слишком мало и слишком мало. Без Бога это все просто человеческое. И когда мы приходим к Богу, мы имеем эту честь говорить, что мы хвалимся Его именем в нашей жизни. Вы знаете, мы на прошлых выходных переходили дорогу. Я муж и ребенок. Мы переходили дорогу, как всегда переходим. В том же месте, практически в то же время на выходных мы идем постоянно из магазина. Мы перешли дорогу, и через 30 секунд машина врезается в остановку, где только что мы проходили. И там постоянно сидят бабушки, дедушки, и никто не пострадал, слава Богу. И мы просто, знаете, это как бы момент осознания, что если ты уповаешь на Бога, то Он 30 секунд тебя переведет через дорогу, и ничего не случится. Потому что, а на кого ты можешь еще уповать в этом мире? Наша жизнь принадлежит Ему. Если мы доверили ее Ему, Он хранит нас. И мы можем молиться Его именем, потому что Его жизнь для... Наша жизнь для Него важна. Он хочет хранить нас, Он хочет любить нас, Он хочет благословлять нас и быть с нами в каждом дне. И поэтому мы здесь. И поэтому мы славим нашего Бога. И поэтому мы
Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, любимый наш. Спасибо Тебе, любимый Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Oh.
Если не любить, меня окружи, за собой оставь. От врагов меня ты освобождал, пока страхи не ушли. Oh.
был царем. Ты ешь царем, и останешься царем. Что бы ни происходило в нашей жизни и вокруг нее, ты всегда был царем, ты есть царем, и ты останешься им всегда. Иисус, Иисус, будь вознесен, Иисус.